вы знали, что височная доля обрабатывает поступающую в мозг информацию весьма дифференцированно? Речь обрабатывается в левом полушарии, а вот музыка идет на обработку в правое. А вы спросите, а как же песня? Думайте головой. Вот поэтому мы ее и любим. И это факт. Участвуйте в челлендже «Библия ночь». Узнавайте интересные факты, ходите в библиотеки и делитесь ими в соцсетях и везде.